Hello guys, this is Andrei, a certified translator and a tour guide, and this is Alexey Bilecki, an archive researcher from Grodno. And today we're talking about Grodno archives, research in general, and genealogy, and we may even have another video about your questions and answers thing. If you're researching Grodno area or somewhere nearby, I understand the areas of Vilno, Grodno, and a little bit of Warsaw are related, so there may be questions. We'll be happy to elaborate. So, Алексей, good evening, nice to meet you officially. What brought you into genealogy? Всем здравствуйте. Естественно, как и многие, наверное, исследователи, начинали со своей собственной генеалогии. Вот, скажем, я увлекся, пришел в мир генеалогии именно после исследования своей собственной родословной. Корни мои происходят из Пружанского уезда. Вот, по материнской линии, по отцовской линии, это Горицкий уезд. Вот, соответственно, у меня была возможность исследовать и по Восточной Беларуси, и по Западной Беларуси. И надо сказать, что вот это вот различие восточная генеалогия, как бы условно назовем западная генеалогия, она имеет свои определенный ряд особенностей. Пока есть документы только вот середины 19 века и за 18 век. К сожалению, соединить эти две ветки пока не удается в связи с тем, что отсутствуют главные источники генеалогические, это метрические книги, ревизские сказки. So you are a professional genealogist and you're working on a commercial basis, actually officially registered, and you are majoring in Grodno area, or sometimes research takes you to Minsk or Vilnius or somewhere else. Значит, я работаю не только в архиве Гродно и по Гродненской области, назовем это так, да, но и, в принципе, работаю по всей Республике Беларусь сейчас. Если есть такая необходимость, я могу поехать и в зарубежные архивы. Это архивы Литвы, Польши, Российской Федерации. В любом случае, с некоторыми исследователями я сотрудничаю, если есть действительно важный какой-то документ, который мне необходимо заполучить сведения из него, то, например, в том же в историческом архиве Киева, Львова там, и так далее. Дело в том, что особенность белорусской генеалогии то, что из-за вот постоянных войн и перекройки границ многие документы разбросало по множеству архивов мира, в том числе и в таких экзотических странах, как и Израиль, США, Швеция там, и так далее. Поэтому, конечно, белорусская генеалогия, это, как правило, на процентов 80, она сопряжена с архивами соседних стран. Okay, so what are the main archives in Grodno? I know there's National Historic Archive in Grodno, where all the papers are stored, but where do you keep papers from after 1917 and newer? В Гродно существует на данный момент три архива. Это Национальный исторический архив в городе Гродно, Гродненский областной архив, он же Государственный архив Гродненской области официально, и архив общественных объединений Гродненской области. Вот. Значит, что касается исторического архива Гродно, там содержатся документы до 17 года. В Гродно хранятся в основном документы конца 18-19 века по Гродненской и частично по Виленской губерниям. В областном архиве содержатся документы после 17 года. Ну, в основном это документы с 1919 года по настоящее время. Значит, в том числе и документы польские межвоенного периода, какие-то фрагменты, потому что многие документы не уцелели по Гродненской области, тогда это еще Белостоцкое воеводство было. Вот. А архив общественных объединений – это бывший партархив, то есть там содержатся документы на партработников, парторганизации, первичных организаций вот, коммунистической партии и прочее-прочее, плюс современные документы организаций различных общественных объединений. Lately, the archive researchers are quite busy and people writing to Minsk have to wait for a year or more before their query gets processed. How is the situation in Grodno and how soon do they process somebody's request? Значит, что касается загрузки в Гродненском историческом архиве, надо сказать, что архив в принципе меньше, чем Минский исторический архив. Здесь содержится меньше документов, соответственно, и меньше потребность у исследователей посещать этот архив, ну, то есть в процентном соотношении. Можно свободно позвонить по телефону, записаться, предварительно приехать, значит, и поработать. А новый запрос, если человек направляет из-за рубежа в Гродно, он почти сразу идет в работу?
существуют определенные процедуры там по времени, да, соответственно, от момента запроса биографического может пройти, ну, около месяца, да. Вот как раз-таки очередь на сканирование в Гродненском архиве намного больше, чем в Минске. Получается, в Минске в среднем ожидание там около 2 недель, вот, а в Гродно это может быть по-разному, и месяц, и два даже, и даже были случаи, что и больше. Suppose somebody needs to track their family history from the war period and later into our days. Where does someone get information about their, like, grandfather's or even parents' records? They should be in the civil records, ЗАГС. Значит, что касается архивов ЗАГС, то документы там содержатся с 1944 года. Не все с 1944 года, в основном с 1945 года. Ну, условно назовем с 1944 года и далее к современности. Вот. Что касается довоенного периода, то поскольку здесь находилась Польская Республика, да, то есть эти земли Западной Беларуси входили в состав Польской Республики, вот, то здесь продолжали вестись метрические книги. И все метрические книги, в том числе и за военный период, и после, и первые годы послевоенного периода, передали в Национальный исторический архив Беларуси в городе Гродно. Для того, чтобы как бы сохранить единство фондов. Если, скажем, предок родился в 20-е, 30-е годы, даже в 40-е, ну, военные годы, вот, да, до 44-го года, то смысла в архив органов ЗАГС писать нет, сразу можно писать в исторический архив Гродно. Вот. Если уже предок родился в 45-м, 46-м и так далее, есть вероятность, что может быть документ либо там, то есть либо в ЗАГСе, либо в архиве, либо даже и в архиве, и в ЗАГСе. То есть люди могли зарегистрировать, допустим, брак религиозно, да, и религиозно, и уже непосредственно в ЗАГСе. How full are the actual archives? Sometimes people get a negative response from the archive, like for your date frame, for your time frame, the archive has no data. So how possible is it to find some church records on the side, and specifically in a church or in a Catholic church? I heard of your project of going into the countryside and pinpointing and collecting and scanning the data stored in the archives, and that could be data from between the wars, it could be something from 100 years back, or something newer. С одной стороны, может сложиться впечатление, что все документы исторические, да, они находятся в архиве, в архивах. Вот. Но на самом деле часто исследователи, любители генеалогии, да, и так далее, сталкиваются с такой ситуацией, что архив отвечает на запросы, либо, ну, человек приходит и узнает, что тех или иных документов нет. И бывают очень большие пробелы по годам, да, между имеющимися документами и вот какая-то некая дыра есть в документах, да, отсутствуют документы. И архив, как правило, пишет, что документы не сохранились, да, в архив они не поступали. Вот. И на первый взгляд кажется, что их, ну, в принципе нету. На самом деле наш проект, который называется «Жнево», ну, показал, что в архивах церквей, костелов, а иногда и на руках у некоторых краеведов, историков, содержится достаточно много документов. Наша цель, цель нашего проекта «Жнево» — это выявление таких документов, составление списка, который можно увидеть у нас на сайте, да, и дальнейшая их оцифровка. И вот я наблюдал такие счастливые, скажем, моменты, когда человек ищет документы, ему кажется, что все, уже ничего не сохранилось, он не может продвинуться по своей генеалогии, но оказывается, документы хранятся где-то в церкви, мы это показываем, выявляем, рассказываем, ну и люди, соответственно, получают возможность дальше исследовать. Это очень важно. As a private genealogist, you handle commercial requests, and I understand your English is kind of below conversational. You're still working on it, you're still learning. What is the most popular request, kind of request from the English-speaking audience do you get? Запросы, которые поступают в основном из-за рубежа, они, их можно условно разделить на две большие группы. Первое – это люди, обращаются люди, в основном уже с такого пенсионного, скажем, возраста, значит, предки которых в свое время эмигрировали с территории Беларуси, допустим, в Канаду, в США, кто-то в Израиль. И этих людей, в принципе, интересует вообще, почему это произошло,
как это произошло, и хотелось бы узнать, кто из потомков, вот ныне живущих, да, как с ними можно связаться. А вторая категория, которая в последнее время участилась, это запросы, связанные с подтверждением национальности. Вот, это польская, еврейская национальность и так далее, да, угу. Там.